Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство Huawei MatePad. И сейчас я покажу вам, как выйти из режима recovery. Итак, в данном режиме мы можем передвигаться либо при помощи кнопочек громкости и делать выборы при помощи кнопочки питания, либо, если у вас работает сенсор, мы можем просто нажать Restart и перезагрузить наше устройство. И на этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.